Сегодня у нас 18 февраля 2016 года. Утро у нас сейчас без 15:07. Мы уже записали видеоролик «Вопросы и ответы». События дня, вернее, в течение дня. Вот Игнатий Иванович ходит, убирает за своими голубями. Он их выпустил, накормили кошек уже. Вот они сидят у нас тут на кровати. Уборкой занимаются. Как у нас в деревне в Потеряевке братья убирают за скотиной, за коровами, овечками, свиньями. Даже здесь приходится уборкой заниматься. Вот они трое. А еще где-то четвертый куда-то уже юркнул. Вот он прилетел. Я думаю, они тренируются. Она у меня залетела туда, гнездо у нее. Быстрее про яйца, пока она не села. Вот она. Сходила, оправилась и скорее летит сюда. Ну, а я его, скорее всего, вычищаю. Вот она где. Покажи, какое тут мне приходится. Сейчас вот эту вот. Я все выбираю из этих. Мне нужно, что где управились. Они не очень чисто плотные. О! Вон они. Знаете, конечно? Уже маленькие начинают туда. А там все. Вот он где. Да подожди-ка маленько. Да мой хорошенький, подожди, подожди. Он куда полетел. Я бы все равно новенькие там поставил. Вон еще один сидит. В дырку пролез. Им интересно все. Ой, тут что у меня? Ой-ой-ой. Да, Игнатий Иванович, утренний ролик уже ужимает. Ужал, вернее. Так, каждое утро занимается. Слава Богу. Вот книги. Завет открытым оком. Лежат на готове у нас. Ждя святых, симфония. Сейчас новый ролик. Сегодня насчитали. Надо его. Вот они, интересные какие. Головкой крутят. Вот оно что делается. Все ему любознательно. Интересно. Все, пошла загрузка. Вот видишь, как он. Все надо обчистить. Он, брат Никита, уходил, занимался. Вернулся. Радости полной штаны. Идет загрузка ролика. Но запыркала. Но. Вот сколько здесь вычищать надо каждый день. Каждое утро. А по-другому никак. Это искусство такое. Вон она где. Видишь, сколько у них? Так а тут-то сколько еще выбрал. Там вода внизу. Вот она сидит. Вот видишь, сколько? Вот набираю. Посчитайте. Веди. Это вот у них за день, за ночь столько. 4 голуби. Там еще будут. О, в комнате кто держит? А как же держит птичек разных зверей? А мне голуби нравятся. Здорово. Воркует. Как Шариков говорил. Пахнет хорошо. Это не кухня. Мы молимся, они воркуют. Сейчас летают вот. Вот нынче, я думаю, с нынешнего года к породистым запустить побольше этих, вот которые у меня выведутся. Может быть, они победят там эту заразу. Голову, вертячка называется. Видишь, он маленький. Они не боятся. Вон он где возится. Где. Я его сейчас и мог бы достать там, если бы у тебя этого не было компьютера. Они даются в руки. А от родителей, от сажения будут совсем ручные.
убирать надо. А как же, за курицами убирает, за гусями, за коровами, за человеком надо убирать. Так уж устроено. Тление. А тление всегда имеет запах не очень приятный. Вот, смотри, что она делает, бьет она как, гляди. Меня не запускает тогда. Я начинаю убирать, она, смотри, что делает. Ну, я не трогаю тебя, я сам убираю здесь. Но, вон она на яйцах топчется. У них обычно два яйца, а у ней три. Вот она. Ну что бьешь-то, я вот где убираю-то. Вот и не смотри, что голубь, а какая она активная в обороне своего хозяйства. Вот. Там он, что у нее есть, теперь стараюсь бумажкой все это собрать. Каждое утро это прочистка. Ну я как, красота требует жертв. За все платить надо. Вот она взял, вытащил. Вот сейчас я это все вытащу, и нужды никакой нет. Опять целый день. Вот она сидит. Это голубка. А он-то придет маленько дать ей поесть, только выпустит ее. Ну, мне убирать надо здесь. Я не трогаю тебя. Ну, должишь ты меня. Я хозяин твой. Разве можно так? Вот они какие. Видишь, сидит взрослый, он не дает, из-за него они не даются. А так-то я их могу брать даже, сейчас попробую взять его. Ну-ка, подожди-ка. Опа! Вот он где у меня. Значит, у родителей закольцевал правая ножка, а у этого левая. Вот она какая. Потом, чтобы я их отличал и... Вчера мне один звонит, ой, вы показываете, как голубей режут, да это можно, это как? Я говорю, а что сейчас с ними должен делать, когда их много-то? Ну, я говорю, а ты курочку-то ешь, а корочка разная, ешь, колите или как? Да вот это вы, там вот проповедник, то другое. Ну, какое это отношение имеет, проповедник и проповедник? Вы режете коров, овечек. А то есть в интернете, я выставил 20 примеров роликов, как там в Китае везде показывают, как куриц, индеек, уток. Забивает и как это обрабатывает. Это лицемеры, это лицемеры. А как показывают, людей убивают, голову режут. То есть, да, убивают, но только не показывать. Это страх смерти. Увидели голубя, как режут. Да зачем в интернет выставлять? Затем, чтобы ты о смерти думал-то. Лицемеры. Я показал, лишние голуби у меня, я как режу их. Дальше теребим, все показали, как варят. Я не ем, ребятам отдаю. Они плодятся быстро, вот на улице еще ничего нету. А здесь уже второй выводок на выходе готовится. До 8 выводков. От одной пары 16. Ну и что дальше делать-то? А у меня их пар 50. И что? Речь, что за 1000 уже перехлестывать будет за лето. Ничего. В Египте специальный ресторан есть, где голубей. Он, скорее, за здесь, посмотри, как он кормит его. Вон. Вот ему дает. Видишь как? Но они уже не очень кормят, потому что они начинают сами клевать. Хватит, нет. Он еще по привычке тянется. А у этого скоро дети будут, он себя готовит к ним. Отрыгает ему молоко. Полупереваренную пищу. Видишь, какая-то уже своим делом занимается. Он, все ему интересно. Клюет веревочки. Ну, интересно, как это... Человеку нельзя жить вот скучно так. Надо все... Все интересно, все разное. Вот увидели, на меня нападает. Голуби резал. Ой. В каждом городе мясокомбинат. Тысячи коров. А как жертву приносили в Израиле? Каждый день голубей кололи, крылышки надламывали. Считай, что это принародно было. Раньше людей казнили на Лобной площади. Во Франции, в Китае сейчас расстреливают. В Тунисе везде. Открыто. Вот он жил человек, и нет человека. Открыто показывают, вот боевики отступили, вот теперь их трупы показывают, как убивают их, и ничего нет, а лицемеры. Златоуст говорит, нужно ходить туда, где вот человек болен, где суды, чтобы все время ты задумывался, перед глазами это было. Вот показали, как что есть. А как показывают больные, какие у него трубочки вставлены, чтобы мы сочувствовали. Нет, давайте, как вот житие Варлама и Асафа. Отец, отцу сказали, что он ослепнет там до совершеннолетия, если солнце будет. Ну, подземный сделал ему, за ним ухаживали, не показывали ни больных, никого.
Ну, стареет, то его убирает, новый. Он так и думал, болезни нет, смерти нет. И когда сказали, что можно уже выходить на свободу, он поехал, с дороги всех убрали. Ну, Потемкинская деревня. И вдруг он видит, выползает больной. А это что такое? Ну, это... Как это? Да хочу он такой, не по... Да больной, ноги как? А разве такое бывает? Бывает. А еще потом? Ну, как потом? Потом стареет, умирает. Так что, и все умирают, да? И я умру, и я... И он вернулся назад, и царство не надо. А зачем тогда все это, если я умру? Вот... Что значит? Главное, человеку нужно дать понятие о смерти. Смертью умрешь, сразу прозвучало. И Бог сразу начинает с угрозы. И кончается смерть, и ад будет брошен в озеро огненное. То есть смерть должна везде и всюду сегодня показана, что мы находимся под этим клятвой. Все люди умрут. А где это видно? Это в птицах, насекомых, в животных, во всем, что окружает нас. Это вот мы сегодня только что видим. Мы каждый день это видим. Ребенок еще в грудничок лежит. Уже запах пеленок, запах смерти. Уже все. Он уже на день ближе к смерти. Все смертные. Как Лев Толстой думал, говорит, неужели природа, говорит, не может сделать исключение, чтобы он не умер. Умрешь, Лев. Хоть ты Лев, а будешь червями съеден. Вот такие наши дела. Видишь, какие? Голуби нам многое напоминает нам. Очень даже. Птица кроткая, смиренная, а тут долбит почем зря, почему защита своего хозяйства. Да, сейчас уберу до конца. Ладно тебе, яйца побьется. А вот. Не знаю, нет. Попробище там у тебя какое. Ну что, все? Нет? Да, снимай мне. Я вот сразу догоню.